Доброе утро, друзья! Сегодня пятница, утро, где-то 7 утра. Мы на Балтике. Начинаем сегодня готовить рыбу. Прекрасную форельку, которую мы купили свежую. Выпотрошил, вынял жабры. Сейчас помою и пойду готовить. Помыл в Балтийском море, она стала немножко соленая. Это шутка, конечно. Пойдем. За мной, ребята. Пятница, надо кушать, кушать, кушать. Вперед! Что? Попытаюсь зажечь мангал. Защита для детей стоит. Ну что, мангал разгорается. Рыба готова к зажарке. Что теперь самое главное? Это, конечно, лимон. Нарезаю такими тоненькими-тоненькими полосками лимончик. Перчим, это перец черный. Он необходим просто. Вторую тоже надо посолить и поперчить. Разрезаю на половинки. Вот, она готова к грилю. Посмотрим, что там у нас. Ну что, разгорелся немножко, дымит хорошо. Закладываю рыбку. И накрываем. Открываем дырочку, чтобы была тяга. Она будет потихонечку томиться. И будет все хорошо. Прошло 5 минут. Посмотрим, что произошло. Прекрасно, прекрасно. Польем лимончиком. Сверху. Еще минут 5, потому что самая большая рыба, ну это 5-7-10 минут, если она очень толстая. Через минут 5 мы можем вынимать ее и дегустировать. Рыбка готова! Безалкогольное утро, мы ведем здоровый образ жизни. Ну что, попробую, мне это интересно.
получилось. Вот, вот такая. Вкус очень нежного мяса. Такого рыбного, такого филе. Очень нежное. Форель есть форель? Тут даже вопросов нет. Такое с дымком мяско рыбье. Просто, знаете, вот приятно. Чувствуется немножко кислота лимона и такая душка лимонная. Вот она. Да. А лимончик, в свою очередь, пропитался рыбкой. Одно другое дополняет. Я хотел сказать пару слов. Вот. Мы сейчас находимся в Литве. Много говорят люди о том, что в Литве очень дорого, что тут страна умирает. Я был поражен, что люди веселые, машины новые, все гуляют, все бегают по пляжу, все едят вкусно. Самое главное, что тут очень дешево. Вот это две форельки, эти стоили всего лишь 2 евро, 2 там и 10 центов там. Вот, все дешево, фрукты, овощи, все есть. Рыба, мясо, все что угодно. Европа, пис. Ребята, лайкайте, комментируйте. Я очень доволен, что с вами общаюсь, потому что каждую пятницу встречаемся. Извините, пиво пошло назад. Встречаемся каждую пятницу. Что я могу вам дать толчок для путешествий и для вкусной еды, чтобы вы могли готовить, кормить своих родных, близких, детей, приучайте к нормальной здоровой пище, не к этим хот-догам, этим вот. За вас, за любимых. Держитесь, я с вами.